беззаконие, да продлится еще мир на земле. Господи, дай нам еще священника, рожденного свыше, благовестника и место для занятий. Определи нашу участь, как тебе угодно. Слава тебе, муж наш. Слава тебе. Потерял нож, которым мы на плите там кружки поднимаем. Все переискал везде, в зале, пал ли где. В голубей лазил несколько раз. Я собираю тут эти пометы, удобный очень нож. Опять пошел искать. Просидел маленько, еще третий раз пошел. Нету нигде. Тогда думаю, Володя нечаянно, видимо, в карман положил. Его одежду начал проверять. Нету. А Павел спит рядом. Сейчас гляжу перед обедом уже. Поднялась, а под ней нож лежит. Вот под палей вот это. А это она, я говорю, когда палей, она рот раздевает. Это колонки у меня рядом и покрыта шкурой такой. И мягко, она любит здесь лежать. И она лежала хвостом сюда, хвост как у лисы. Стефан Пермский, Серафим Саровский. Закрытый. Иоанн Тобольский, вот как в жизни бывает. Вот она. Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий. Николай Японский. Вот так. Макарел Тайский, а то говорит Московский, Герасим Пасхи, Петлак Болгарский, Иероним Спиридонский. Это сегодня у нас 16-е. Молите Бога о нас. Февраля 2023 года. Спасет Господь нас. Замучился сколько. Все везде. Внизу лежат вот бумаги. Под ногами. Здесь, на постели. Ну, все проверяю, искал, нигде нету. Пошел сюда, вот это в низину, если туда, тут газеты везде перебрал, нету. Тут фонарик взял, голубь дерется вот этот, ну дерется просто, дерется. Вот он сейчас, я покажу, как он дерется. Ну, вот он еще делает. Такой боевой, вот я ее думал, что тут нож где-то полез. Никаких. Ну отступись, гляди. Ну, дай маленько так вот чуть-чуть пройти. Перья только летят. Вот что делает, а. Ну что ж ты делаешь-то? Ну, я тебя кормлю и все. Ну. Ну какой! Ух, какой! Ну надо же так. Что ты делаешь-то? Это? И так ножа не нашел нигде. Вот как я сейчас покажу, где Володя здесь что-то есть. Тут все перебрал. Пошел сюда. Здесь давай, у печки. Открыл печку, в зале посмотрел, нету. Здесь специальное ведро выносить мусор. Да раза два или три уже заходил. Там вот оно, там одно ведро, другое, а там вот золой. Нету. За ведра туда нету. Давай здесь все перебирать. Это вообразить даже нельзя сколько. Дрова, в дровах залез тут. Кверху там вот где. Ну нож-то очень удобный. И нигде его нету. Вот она уже почти легла. А он нож-то повернутый был. Паля ты, паля. Ну, положим на тебя ножик. Как он будет выглядеть? Вот так, если бы внизу, а так он лежал. Как раз по длине. Ой, сердится как, это воркует так. Ну, еще такое. Ну, прямо выдалбливает. Да решил у них там убирать, я соскабливаю помет. Ничего нигде нет. Вот первый раз так было, потерял. Ой-ой-ой. Хороший такой нож. А мы его тут держим. Вот здесь вот. Вот здесь. Решетка над плитой. Воткнешь так удобно. И ручка не сгорает. Слава тебе, Господи, слава тебе.